Временные неудобства, звуки ремонтных работ и строительные леса совсем скоро останутся в прошлом. В доме номер 28 на Первом Советском переулке фасад утепляют с помощью самых передовых технологий и современных материалов. Работы ведутся в рамках программы капитального ремонта жилых, многоквартирных и многоэтажных домов. Мы отдельно уделяем внимание реализации программы в городском округе Щелково. В 2022 году мы работали в 60 многоквартирных домах, отремонтировано 10 фасадов, 14 кровель, заменено лифтовое оборудование в 3 многоквартирных домах. В этом году мы планируем отремонтировать 15 многоквартирных домов, в том числе заменить 23 лифта в 10 МКД. Дом 28 кирпичный, 1972 года постройки, включен в программу капитального ремонта по утеплению фасада. Были обращения, что угловые квартиры промерзали. Естественно, сразу был составлен акт обследования с управляющей организацией округ 17. Вот. Проведено собрание собственников многоквартирного дома и включен в региональную программу по утеплению фасада. Данное мероприятие позволит улучшить энергоэффективность многоквартирного дома, потерь тепловой энергии, и также, естественно, в связи с большим степенем износа, улучшить проживание жителей в многоквартирном доме. Контролирует ход работ сразу несколько организаций. В этом доме сейчас ведутся работы по утеплению фасада. Работа находится на завершающем этапе. До конца февраля, раньше срока, работы будут завершены. Также контроль осуществляется фондом капитального ремонта, как заказчиком данных работ, и производится авторский надзор завода-производителя данных плит. Материалы, используемые для утепления и облицовки фасада, отдельная тема, достойная внимания. Разработка новосибирской компании «Термолент», полностью изготовленная в России, по словам производителей, создана для различных климатических условий, имеет весьма впечатляющие характеристики. Сама технология изготовления панели представляет собой бескаркасный вентилируемый каркас, трехслойная панель на основе утеплителя из каменной ваты с облицовкой из стали, которая навешивается на основание стены здания за счет наличия на панели вырезанных на заводе вентиляционных каналов. Система очень легко монтируется, поставляется на объект в максимальной комплектации, практически полностью готовая к установке, не имеет понятия сезонности, не имеет никаких ограничений по времени монтажа. Это довольно быстро, удобно, в несколько раз быстрее и проще, чем классические системы вентфасадов. Продемонстрировать огнеупорность материала решили прямо на месте. Идет разрушение лакокрасочного покрытия, но ни сама сталь, ни утеплитель не поддерживают горение, не горят, поэтому неоднократно уже убеждались, что на домах, на которых смонтирована наша система утепления, в случае возникновения пожара огонь не распространяется ни вверх, ни вбок, по фасаду, фасад не горит. Требовался ремонт. В данный момент, я думаю, что на 99% народ довольный. Работают ребята замечательно, просто, мы все рады. Для меня важно, что утепляет наш дом. Он стал более красивым, более, можно сказать, моложе. То есть уже не выглядит. Старушку приукрасил. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.